Ух ты, и снова я. Александр Кривулат, печенями. Ребята, сегодня 25 июля 2021 года. Я иду навстречу. Сегодня у нас 45 лет, как закончили школу. Сейчас зайду до Васи Костенко, а потом пойду на то место, где мы встречаемся. На стадион. Дорогие мои одноклассники, я ваш одноклассник Костенко Вася. Ви мене всі знаєте, не один раз гуляли у мене. А зараз я не можу з вами бути по состоянию здоров'я. Я зовсім не можу ходити ногами. Не знаю, що вам ще сказати. Мені дуже хочеться з вами встретитися. Ну, не можу я. Я навіть за двір не виходжу, тільки у хаті, в дворі. Біля порога лавочка, я на лавочку виходжу, сідаю і сидю. Все, далі нікуди. Спасибо Саші, що прийшов мене засняти, хоч пару слов вам сказати. Собирайтеся. Нас уже осталося мало-мало. Уходим. Молодими ми. Багато нас ушло. Не знаю ще, що сказати. А привіт, Вася, не хочеш передати? Кому хочеш передати привіт? Ну, я не знаю, хто там буде. Усім передаю привіт. Огромний. Дуже хочеться побачити Галю Каліберду, Люду Резнікову. Ну, Люда хоч буває на встречах, а Галя Каліберда за всі 45 років ні разу, по-моєму, не була. Ні, не було. Дуже хочеться побачити Таню Баркареву. Ну, всіх хочеться побачити. Ну, що ще сказати, я не знаю. Хорошо, я передам Вася всім, хай послухають, що ти їм розказуєш тут. Да. Вот сейчас подтянутся все, тогда будем... Можете раз... Можете сейчас, Олег. Игорь. То есть Игорь. Очки. Чтобы вас узнали. Секунду. Публика. Я ж в очках стекился. Ну понятно. Может у вас да. Так лучше. То я замаскировался тогда. Ну да. Чтобы было все... Здравствуйте. А, вот и видишь, Валентина приехала. Ну что, я рад бачить вас всех. Здравия. А привет. Не делишься? Нет. Мы тоже, нема девчата. С тобой не бачили 10 лет. Вот полячок, дорогой, привет. Привет. Вовочка, привет. Со всеми. Это А-класс у нас. Все бачим. Привет, я тоже должна тебя обнимать. Усих обнимаю. Валюшка, не хочешь передать кому-нибудь привет из длинного зарубежья? Из длинного зарубежья? Да всем. Сережка Чаплыгин бедный приболел. Должен был меня везти, хорошо, хоть муж привез. Ага. Так что всем, мы всех помним, всем любим. Жалко, что не все тут. Ну, это ж так. Я думаю, что еще ж багато. Сейчас подтянуться, да. Ну, да. Герочка, ты же был черный, а теперь беленький. Вот, теперь золотой. А сегодня? Дорогие. Вот у вас тут. Смотри, кто идет. Конечно, я сюда не могу.
меня даже негативы. Моя Сашко. Всех собрала? Здравствуйте. 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 Прибывают. Не понял. Так лучше. Так будет лучше. Белуха. Будем представлять? Недоступ, Сергей. Який класс? А. Герасим Владимир. Б. Олевский Игорь Б. Новиков Владимир Б. Луков Олег В. Черенко Олег Б. Буряк Александр Б. Сарков Владимир В. АЦОЛ А. Дорожный Юрий В и А. Кімнатна Валентина Б. Качан Володимир В. Карпенко Олександр Б. Ковтун Ігор В. Резнікова Люда Б. Білуха Віктор Б. Шевченко Наталія В. Ведмедеря Олександр В. Стариков Михаїл В. Вот все собрались. Идемте на... Здравствуйте, Игоречек. Как поживаете? Здравствуйте, Вовочка Новиков. Хоть и коронавирус, я вам Маску на руку для... Добрый. А что это за белянка? Вона чоняна всегда была. Блондинка. Здравствуйте. Привет. Это приятное неожиданность. Это приятное неожиданность. Была удивлена моим появлением. Сильно машина дает. Я отсюда зайду. Квачкова Люба, да? Здравствуйте. Ну я боюсь, я тут там... Саня, 400 гривен, раз. 400 гривен, два.
Там разбирались. Не хочет подменять его. Представьтесь, пожалуйста. Шевченко Людмила Николаевна, 1958, вот 22 вересня. Ну ничего, я уже... Поехали. Олег, надо аккумулятор с машины. Какой ты, Саша, строгий. Есть такая музыка. Что, опять по фамилии будет? Нет, не будем по фамилии. Это сын Олега. Чаплыгин, готов. Внимание. Внимание все. Идет съемка, ты отвлекаешь. Если ты готова, то иди до нас. Ой, скорее, скорее. Давай, бежи скорее, потому что мы... Я твого Сашка не знала. Что за лысый дядь? Олеська Игорь. Привет. Білуху ти бачила? Це А-клас. Шла далі. Люда, Люда, Люда. Привет. Здравствуйте. Миша. Миша Сарика. Миша Сарико, как же, будет все с тобой. Конечно, будет все с тобой. Так она забыла Карпенко. О, привет. Да, Арка, я привет. Давайте Карпенко. Да, да. Сейчас она с усами пообнимается, и мы сфотографируемся, и вас на руки приедем. Забула. Ігор. Мастер, куди ти? Куди ви? Повтори. Підождіть. Дорога, я до мене прийдеш? Ти хто? Ти що? Ну, в мене зовсім рідні. Я зрозуміла. І що ви всі порозходилися? Ви були преподаватель. А? А як? Не так? Та в нього мегабайти за голос. Відео? Да. А чого помовчим? Не можете говорити? Ні, ну давай, хай представляється. Що, по новій? Давайте представлятися тоді по новій. Ну вже всі. Не було Жаховської Олі, не було, як ми представлялися. Не було Клочкової Люди, і не було Мірошник Олі, не було. Всі остальні були. Що ти киваєш? Дівча фамілія, що забула? Мірошник. Клас Б. Так, клас Б. Поки не скажеш, не построїш. Ну, посмотрим, що получиться. Я люблю печеніги. Я люблю... Ми всі любимо печеніги. А ну всі разом. Ми любимо печеніги. І ще раз. Ми всі любимо печеніги. Стоять, стоять. Ще раз, все. Помістіль. Да! Ну? Пока мы все в хорошем настроении, пока мы еще не устали. А ты что, поганое настроение? Когда мы будем в хорошем настроении, чем мы будем? Я думаю, трошки бомбирнуть.
Вот, ребята, и закончилась наша встреча. Встреча прошла на высшем уровне. Встреча одноклассников. 45 лет после окончания школы, печенежской средней школы. Решили встречаться раз в год. Ведь время идет, а наши потихонечку уходят. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребятка.